Хочешь первый получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все, вуаля, ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Ну что, ребята, долго лежал этот телефон, года 4, когда я еще только начинал заниматься телефонами. Это первые телефоны, которые я покупал на аукционах, которые приходили с Германии. Называется данная моделька MobiStyle Ellison 5600. Данный телефончик с поддержкой Wi-Fi. У него вот такой вот трекбол, в свое время были они модные. Но я поигрался, посидел, мне сильно не понравились. Мне обычно нравятся просто обычные старые кнопки, нажимаешь на них, четко попадаешь. Ну, это была модная фишка в свое время. Ну вот, давайте сейчас проверять. Так, я сделал распиновку. Увы, у меня аккумуляторной батареи такой нет. Поставил карточку памяти на 1 гигабайт. Ну, посмотрю, не знаю, подойдет, не подойдет, потому что иногда вот эти вот телефоны выеживаются, надо на них подбирать определенные карты, поэтому не знаю. Поехали, включаем. Прикольный телефон, смотрим. Громкость у него шикарная. Смотрите, трекбол подсвечивается, и вот когда вот так перекручиваете, смотрите, видите? Раз, показал. Вот вы навели сюда, он показал сюда. Навели сюда, он показал. Навели сюда, он показал. Дальше заходим, вот менюшку. Выход сюда. Так, ну что, погнали наших городских. Так, а как же зайти в меню? Вот оно. Так, значит, что у нас есть? Первое. Это у нас есть календарь. Он сразу подсвечивается, видите, цветным и пульсирует. На любой день недели мы можем выбрать какую-то заметку, написать, сделать что-то, напоминание, телефон вас предупредит. Далее, следующая фоунбук, книжка. Здесь у нас идет, например, имя клиента и потом расшифровка его номера. Все очень удобно. Следующая графа, это у нас call history. Кто, куда мы звонили, кто нам звонил. Вот здесь должно все отображаться. Но на телефон никто, увы, не звонил. Я еще не успел, поэтому он чистый. E-mail. Здесь у нас e-mail клиент. Можно заходить в ящик, общаться. Обычная почта, Gmail, Shmail, какая у вас там есть. Заходите, настраивайте и пользуйтесь. Очень удобно. Далее. Какой-то клиент. Это чатинг. Это, короче, общение смс-ками. Видите? Yahoo, Skype, Talk, а потом какой-то человечек. Ну, это, скорее всего, китайские примочки. Я не знаю, как ими пользоваться. Далее. Это выход в интернет, поскольку я понимаю. Facebook, Twitter, YouTube и Google. Далее. Читаем сообщения. Что у нас есть? Входящие, исходящие, написанные. Ну, вот у нас 82 сообщения. Смотрите. Тут даже остались от интуриста. You miss it, it's a call. Every to lose to my. Hello, Chris. Короче, тут миллион писем. Если захотите, почитайте. Нет. Тут такие поэмы, смотрю, написаны, что завал. И последние датируются 15-м годом. Так что не так уж... Ну, правильно, я их и получал свежаками. Они сильно, как говорится, не убитые. При транспортировке вот тут только чуть-чуть коцнуто. Далее. Мультимедиа. Что у нас есть? У нас есть камера. Так, ребят, держу провода, поэтому, не дай бог, отвалится. Сейчас попробую что-то подложить и... Юли-пали. Сделать фоточку. Так, смотрю, камера цветопередача даже на удивление классная. Делаем. Ну, тут, по-моему, 3.2 камера. И записалось все отлично. Дальше. А как же сделать, например, если мы хотим видео? Скорее всего, надо найти, зайти сюда. Фото, камера, сеттинг, имидж, сеттинг, right balance. Так, камера, сеттинг, настройка камер, sound 1, sound 2. Ага, понятно. Имидж, сеттинг, right balance. Так, по камере, ладно.
Не знаю, как она работает. А, вот видеорекордер, видеозапись. Я же должен быть пункт отдельный. Раз, два, три, четыре, пять, проверяю видео. Раз, два, три, четыре, пять, проверяю видео. Так, save, yes. Вот она записалась. И теперь, я так понимаю, мы можем в следующей папке, вот видеоплеер. И мы просмотрим то, что мы записали. В тот раз я не знал, а вот здесь в этих телефонах нарисован вот маленький динамичек, потому что на боках нету кнопок. Плюс это больше, минус это меньше. Раз, два, три, четыре, пять, проверяю видео. Раз, два, три, четыре, пять, проверяю видео. Все, ребята, я доволен. Микрофон работает. Все отлично. Дальше, бэк, возвращаемся. Можно его отослать, переименовать, удалить, сортировать. Короче, полный фарш. Далее. По настройкам погнали. Значит, дуал сим-карт, установка 1 или 2 сим-карты. Настройка телефона. Time and data. Say time, say and data. Set. Неправильно говорю, извините. Время 23:23. Дата. Ох, неудобно. Эти маленькие пальцем поддерживаю коннектора. Поэтому не обессудьте, если я дергаюсь или выпадаю. Ну, стараюсь вроде все четенько держать. Так, все поставил, ребят, отлично. Sending power on off, language. Так, что у нас по языкам? Вот не нравится мне этот трекбол, хоть застрелите. Английский, французский, итальянский, немецкий, турецкий. Русского даже и не пахнет. Так, что у нас по дисплею? Выходим. У нас есть картинки системные, их можно посмотреть, их даже 7 штук. Смотрите, вот такие вот картинки. Вроде, я думаю, видно на телефоне. Хочу найти, конечно, как делается здесь яркость, ребят, но... не. Ой. Сейчас. Долго искал, но не знаю, phone settings, настройка телефона. Так, вот language, display, screen saver. Это выключен power of display. Включение-отключение телефона. Там устанавливаются свои картинки. И показать время и дату. Где найти, в каком подпункте, чтобы сделать... Может, shortcuts? Tone, volume, alarm. Не знаю, где мне сделать этот яркость. Это detected key. Автообновление, UART сеттинг, это настройка сети, MISC сеттинг не то. Короче, ребята, что-то я дупля не отбиваю, тут, наверное, скорее всего, не регулируется яркость. Хотя даже в маленьком телефоне, вот в том, все регулировалось. Ладно, Fun and Game, что у нас есть? Java, у нас есть какие-то выходы на сайты, Detalk, Opera Mini, Skype. Так, дальше... Java Setting, Back, Java File Security, вот Games, Start, ага, это пазл, я его ненавижу, Game Level Best, короче, здесь всего одна игра, это вот у Монолизу собирать, я не любитель Монолиз, поэтому извините, есть у нас выход в интернет и Organizer, у нас есть файл менеджер, о, кстати, вот он карту увидел памяти, все окей, дальше, eBook Rider, калькулятор. Ну, красивенький цветной. Но зачем вот здесь делали темную полосу? Хотя бы если уже делали темную полосу, тогда белый текст. Тогда оно красиво было. А так я, например, вот вообще ничего не вижу, мне неудобно. Даже вот через монитор. Currency Connect Task, это блокнот. То, что надо сделать, это у нас будильники. Мировое время, кстати, красиво карта сделана. Фон синхронизейшн. Ребят, если вы знаете, как в этом телефоне сделать яркость и вообще делается она или нет, расскажите мне, пожалуйста, очень будет интересно. Ну что, давайте попробуем теперь позвонить 477 и набираем позвонить.
возможности соединиться с оператором. Акции, бонусы и скидки только для вас. Нажмите 1. Так, ребят, все работает. А я чуть-чуть туплю. Я посмотрел по настройкам, как играет здесь звук. Что-то я, по-моему, дупля не отбил, да? Есть FM-радио, надо наушники вставить. А далее есть у нас Sending MPT. Мелодика, редактор мелодии, слайд-шоу, Bluetooth. Настройка фон, сеттинг, юзер в профайл. Анну, вот, outdoor, да, я не дошел до нее, что-то я тупанул, извините. Options, customization, tone setting. Так, и вот мелодия, да, ребята, извините, я тупанул, самое главное. Ну, кстати, динамик не репит, что мне нравится. Ой, ну мелодия хавайся. Да, приятная. Нирвана. И, кстати, их я смотрю очень много. Видите, курсор где? Это получается, наверное, как MP3 рингтоны. Прикольно, кстати. А вот это будут короткие. Да, это чисто китайщина. Прикольно вот это. Всегда прикольно. Happy Birthday. Тоже прикольно. И сейчас, кстати, актуальная будет. Тоже прикольная. Ребят, кстати, мелодии мне все понравились. И вот здесь устанавливается мелодия на входящее, на исходящее. Питание отключить, питание включить, сообщение, сообщение второе. Кейпад. Здесь устанавливается громкость. Отлично. Alert type, ringtone, extra mode. Что за extra mode? Error. Ага, это пики. Пики-пуки, когда оно играть будет. Ничего, ребят, мне понравилось вот это call setting. User profile, phone setting, network. Ну, phone setting. Вот, конечно, по дисплею, хоть меня расстреляйте, я не нашел, как сделать ярче дисплей. А для меня, если честно говоря, чего-то не хватает яркости. Если кто-то знает, как сделать ярче дисплей на данном телефоне, напишите мне, пожалуйста. Все, ребята, заканчиваю обзор. Так что, если вам понравился данный телефончик... Кстати, у нас есть здесь, я так понимаю, Wi-Fi мы не посмотрели. Короче, меня сегодня с головой ку-ку. Так, а где же он включается, наш Wi-Fi? Файл, e-book, task, or... Короче, в нем есть Wi-Fi. Это я забыл сказать. Мультимедиа, имидж, фото, эдитор, аудио, саунд.
FM радио по настройкам User Profile Network Setting. Короче, где-то в какой-то папке есть настройка вот этого включения Wi-Fi. Только где? Я нашел первый раз и потом забыл. Ладно, ребятки. Вот такой телефончик сегодня был на обзоре. Кому понравилось, ставим пальчики вверх. Подписываемся на канал. Всем пока-пока.